Nokia 308. Некоторые не знают, как сделать выбор оператора. Вот, допустим, у нас он на две сим-карты. Мы хотим позвонить. Ну, например, оператору позвонить. Нажимаем клавишу вызов, и он автоматически у нас звонит с первой сим-карты. Как же сделать выбор? Опускаем шторку, нажимаем на карточки, и вот здесь есть. Автоматически может звонить с первой, автоматически можно выбрать, чтобы звонил со второй. Или нажать всегда спрашивать, с какой. Набираем номер телефона. Нажимаем клавишу вызов. И вот он теперь нас спрашивает, с какой звонить. Опускаем шторку. Нажимаем карточки. И здесь выбираем. Автоматом первая, автоматом вторая. Или спрашивать. Если кому-то информация была полезна, ставим лайк.